Всем хорошего дня, с вами Смазрочек Леха, и сегодня расскажу, как я делал стяжку пола. Те, кто смотрел предыдущий ролик, знают, что полы я уже утеплил и полностью подготовил весь первый этаж к залитию пола. Но перед тем, как я начну заливку пола, важно помнить две вещи. Первое, это нужно сфоткать все свои коммуникации, желательно с уровнем, с разметками, чтобы в будущем, если вы будете делать какой-то ремонт и будете штробить свои полы, не вспоминали потом чужих мам. И второе, это независимо из чего сделан пол, из пеноплекса, пенопласта, просто керамзит или бетон, обязательно нужно постелить под низ пленку, чтобы влага осталась в стяжке, а не уходила куда-либо еще. Расстилаю клеенку по всему периметру дома. Так как клеенка имеет небольшую ширину, то вместе стыков я сворачиваю в трубочку и проклеиваю скотчем для достижения большей герметичности. Ну а на маленьких комнатах достаточно просто раскатать рулон клеенки и разделить его на две части. Фиксирую клеенку за бортики либо пеноплекса, либо просто на малярный скотч. Перед тем, как приступить к монтажу маяков, необходимо сделать каркас, так как клеенка довольно гладкая. Если выставить маяки просто на клеенку, они будут кататься и будут нестабильны. Поэтому из остатков арматуры с прошлого года я просто создам металлический каркас, то есть большую гигантскую сетку, и прям по сетке буду делать маяки, чтобы маяки при дальнейшем работе с раствором и залитию полов чувствовали себя стабильно и надежно. Крепить арматуру буду к специальной зажимы. В тех местах, где стяжка будет достигать до 5 см, достаточно маленьких зажимов, буквально 2-3 см. В местах, где стяжка будет достигать от 8 и до 14 см, там буду использовать большие. Связываю арматуру обычной катанкой. А в тех местах, где перепад высоты составляет от 8 до 14 см, я буду использовать специально большие фиксаторы для арматуры, чтобы фиксатор не продавил утеплитель и специальные фиксаторы. Это как раз та комната, где я сделал сначала маяки, но маяки при этом чувствовали себя некомфортно. И чтобы как-то их зафиксировать, я дополнительно промеривал всю комнату с арматурой, к ним привязал сетку и сделал маяки повторно. Не забываем, всю арматуру между собой нужно связать. Таким образом получается единая конструкция по всей комнате, то есть одна большая сетка. За период стройки я уже почти полностью овладел техникой вязания арматуры. И не забываем поставить подставки, чтобы арматура была полностью в растворе, а не на, не под ним. Ну а теперь самое время устанавливать маяки. Маяки я начну устанавливать с самой высокой точки, находящейся во всем доме, и уже с этой комнаты иду в сторону увеличения перепада между высотами по стяжке. Самая маленькая стяжка у меня достигает 4 см, самая высокая 14. Сначала мы ровно по уровню устанавливали один маяк, а потом параллельно ему устанавливали второй. Иначе, если каждый маяк выставлять ровно по отдельности, будет перепад. Ну, маяки выставлены, каркас есть.
Теперь можно сравнить перепад. Самый большой перепад у меня оказался на кухне. Он достигал 14 см от нижней точки утеплителя до верхней точки маяка. Для того, чтобы не лить только бетона в пол, я решил эти пустоты заполнить тем, что у меня есть на участке. Это щебенка. Также был вариант еще керамзита, но за керамзит нужно платить, а щебенку все равно нужно было куда-то девать. Поэтому я решил такие большие перепады уменьшить до 3-4 см путем усыпания просто щебенкой. Щебенку засыпал от окна к выходу. В тех местах, где щебенка достигала больше 5 см, по ней можно было спокойно ходить, без каких-либо повреждений для утеплителя. С помощью правила я выравнивал всю эту кучу щебенки таким образом, чтобы когда я буду тянуть раствор правилом, между правилом и щебенкой было от 2 сантиметров. На то, чтобы уменьшить перепад с 14 сантиметров до 4, местами до 3 или 5, пришлось перетаскать около целого куба щебня. На то, чтобы вот так не мучиться, советую вам, когда будете заливать фундамент, стараться его сделать максимально ровным. И тогда у вас не будет таких же проблем, как у меня. На то, чтобы исправить свой косяк, мне пришлось потратить около 2 кубов щебня на весь дом, а также около 1 рабочего дня. В тех местах, где перепад достигал 6-5 см, я просто ложил сетку и привязывал ее к армированному основанию, то есть ту арматуру, которую положили под маяки. Чтобы лишний раз не разводить руками и не удивляться, я положил сетку абсолютно во всех комнатах и в тех местах, даже где перепад стрелял всего 3 см. Лучше сделать один раз хорошо, чем потом удивляться, разводить руками. Сетка уложена, осталось еще пара комнат. Это самая нижняя комната, которая находится параллельно кухне. Ее тоже необходимо приподнять на 6-7 сантиметров. Добавим немного скорости. Также не забываем про сетку, и эту же сетку привязываем к армированному основанию. Наполняем емкость водичкой. Открываем пластификатор. Смешиваем с водичкой. И тщательно перемешиваем. Так, электроэнергия есть, бетономешалка есть, работает отлично, помощник есть. Ну, начнем. В качестве стяжки буду использовать сухую смесь марки М300. Просто перемешиваю обычный раствор без добавления щебня и керамзита. Если просто с самого начала лить очень густую стяжку, то между щебнем, то есть внутрь самого щебня, ничего не просачивается. Поэтому первые несколько ведер мы делали специально пожиже, чтобы они проникали между камней, то есть между щебенки, и таким образом, чтобы стяжка наполнялась вся раствором. Ну а сверху уже, то есть непосредственно финишный слой, мы делали как можно гуще. Работать предпочитал именно с густым раствором. Путем образования больших куч готовой смеси, с помощью мастерка разравнивал по всей территории правила, в будущем направлении которым буду тянуть,
и тянул правилом. Да, есть большой минус. Густой раствор очень тяжело тянуть. Зато результат получается значительно лучше. Если раствор жидкий и получается какое-то углубление, либо не хватает, то раствор либо перетекает туда, куда не нужно, либо образовывается яма, и путем манипуляций попыток как-то выровнять, получается вода с лужей. Поэтому я работал с густым раствором. Да, уходило больше времени, но пока я тянул, в это время мой напарник уже замешивал вторую порцию готовой смеси, и пока я тянул правилом выравнивал, он мне ее подносил. Таким образом, работа шла безостановочно. Через полдня мой напарник Анатолий полностью владел пропорциями и характеристиками замешивания готовой нормальной сухой смеси. Я лишь только успевал подбегать, насыпать и выравнивать ее по всей комнате. Работали мы в такой связке, пока один замешивает, второй носит раствор и его выравнивает. Я старался высыпать по 8-10 ведер сразу, чтобы растянуть сразу по полметра по метру. В это время напарник успевал замесить порции готового раствора. И пока еще не вытянул старое, он уже приносил новое. Таким образом, работа шла много быстрее, если бы я бегал один. Работа вся начинала с угла, наваливал кучи, разравнивал их мастерком и тянул их в сторону к двери. Но, к сожалению, есть комнаты, где дверь находится прямо по центру комнаты. И мне приходилось начинать с обоих концов сразу. В тех комнатах, где дверь была по центру, стяжку нужно было заканчивать именно в центре комнаты. Я пытался дотянуть до конца, потом вылезти через окно, но что-то как-то сразу не пошло, не получилось, поэтому решил начать с двух концов сразу и закончить посередине. Путем подбора очень большого правила, буквально там чуть ли не 4-метрового, я большими углами старался как можно больше захватить по маякам, таким образом, чтобы конец стяжки, то есть его окончание, оказалось ближе к выходу. И там уже подравнивал мастерком. Как видите, довольно-таки неудобно работать, когда заканчивается стяжка именно по центре комнаты. Но уже непосредственно в коридоре было не так уж и трудно закончить. Одна точка была на маяке, а вторая уже на застывшей стяжке, которую мы сделали за день до этой комнаты. В принципе, на этом ролик можно-то и закончить, если бы не одно но. Была еще одна комната, которую я не могу промолчать, это комната моего дяди. Там стяжка достигала 6-3 см. И выравнивать мы решили ее керамзитом, так как к этому моменту вся щебенка уже закончилась. Скомплектовали весь керамзит в одну стопку и увлажнили ее, так как сухой керамзит обязательно возьмет в себя влагу. Путем поливания водой поверх мешков ничего не дало, поэтому пришлось распарывать мешки и поливать еще внутрь каждого мешка отдельно, чтобы весь керамзит был полностью увлажнен. Теперь рассыпаем керамзит по всей комнате, таким образом, чтобы между керамзитом и маяком было хотя бы 2 см. Старались мы работать и с очень густой стяжкой, пытались мы закидывать керамзит и в бетономешалку, но ни первый, ни второй способ не венчались успехом. Почему? Потому что керамзит продолжал всплывать. Как только выравниваешь и тянешь эту стяжку, обязательно 1-2
но камушка керамзитных всплывают, и как бельмо на глазу по центру комнаты они торчат. Не случайно так долго вожу правилом, потому что керамзит продолжает всплывать, и я постоянно его откидывал. Промучились мы в этой комнате в два раза больше, чем в предыдущей. Но уже по приходу домой я удалил все маяки, которые есть в доме, и штробы, которые остались после них, я засыпал готовой смесью, также марки М300. И все эти штробы, засыпанные раствором, я сгладил гладилкой. Таким образом, чтобы штроба не выделялась от основной стяжки. Ее потом не приходилось отдельно выравнивать. Через 3 часа, как более-менее маяки схватились, я все комнаты пролил водой. После того, как я полил все комнаты, мы всю площадь дома, везде, где была сделана стяжка, покрыли клеенкой. И раз в неделю я периодически снимал клеенку, поливал водой и опять накрывал. Таким образом, вся влага оставалась в стяжке, и стяжка получилась максимально хорошая и без трещин. Ну а теперь переходим к затратам. Итак, на утеплитель, который смонтировал в предыдущем ролике, я потратил 8000 рублей, потому что была скидка. Также приплюсуем сюда пену монтажную, 1200. Поверх утеплителя мы положили клеенку. Клеенка стоит 3000 рублей, 100 квадратных метров. Как раз мне хватило на весь дом, еще и осталось. Не забываем про сухую смесь. Сухую смесь использовал марку М300 стоимостью по 150 рублей, то есть практически самую дешевую, 80 мешков. Итого 12000 рублей. Была еще использована сетка, еще на 7000 рублей. Также я использовал пластификатор, специально для сухой смеси, еще на 1750. И также еще для двух комнат я приобретал керамзит на 3000 рублей. Итог, на всю стяжку с утеплением, сухой смесью, совсем полностью, не считая воды, у меня ушло 36000 рублей. Или, грубо говоря, 500 рублей на квадратный метр. Ну, а теперь подытоживаем. Дом мы не считаем, сколько стоит мой дом, вы все уже знаете наизусть. Мы считаем только отделку. Как итог, общий итог с учетом стяжки на сегодняшний день, в отделку вбухано 296 тысяч рублей. Ну, на этом пока все. С вами был самостройщик Леха. Я с вами прощаюсь, а впереди вас ждет смешные моменты. Этот момент называется «Просто добавляем раствор в бетон-мешалку». Я остался. Останови. Я так оставляю один половин мешок. А эта часть ролика посвящается блогеру из Краснодара, тому самому, который посоветовал мне в качестве маяков использовать профиля. Уважаемый блогер, если ты это смотришь каким-то чудом, то я желаю тебе, чтобы твоя машина заводилась так же легко, как я удаляю этот маяк.